уже заслужила мое почтение. Решить твою дилемму. В конце концов, выбор за тобой. Выдам тебе местонахождение зависти. Зависть, как мило, что ты навестила меня. Будешь дарить мне новые игрушки? Зачем же хвататься за оружие? Еще один таинственный демон. Ты не знаком с Вульгримом? Мне кажется, вы бы поладили. Ха. Лучше тот черт, которого ты знаешь. Чего хочет повелитель пустот? Иногда побеждают пташки, иногда летучие мыши. Равновесие. Но ложный повелитель стал бы ложным богом. Он опустошит эту планету, как опустошает души. Это его становление. Он ведь знает, что стоит моему господину победить. Абраксис найдет предателя и выпотрошит его. Вот он и послал вас. Задача Миледи — поддерживать порядок. Повелитель пустот считает, что порядок — это он. Уверенность тебе идет. Заслуженная. Великолепные результаты. Разве ты не заслужила награды? Возможно, но не от тебя. Перед тем, как ты совершишь роковую ошибку, я хочу сделать тебе предложение. Ты повидала мир. Видела его состояние. Ты достаточно умна, чтобы понимать, что кто-то солгал тебе. Было правдой. Представь, куда ты и я могли бы действительно направить этот мир. Навести в нем порядок. Разве ты не этого хочешь? Мы могли бы стать силой равновесия, которую заслуживает этот мир. Мы могли бы обрести величие. Ну хорошо. Ты наконец жива. А если есть жизнь, есть и надежда. Надежда? Я была посрамлена в битве с завистью. Не сомневаюсь, что она прямо сейчас мчится, чтобы уничтожить обугленный совет. А я остаюсь прикованной к земле, так что, когда ты говоришь о надежде, человек, я не могу согласиться. Вся надежда потеряна. Нет. Убежище построено на надежде. Иди, поговори с Ультайном и поймешь. Почему они помогли мне? Ну, люди обычно так поступают. И сыграло то, что ты отправила к нам немало выживших. И напрасно. Мы вытаскивали тебя не для того, чтобы ты все бросила. Зависти принадлежит вся сила семерых. У тебя на лице написано, что тебя предали. Бросили умирать, как какую-то никчемность. А еще не все кончено. Вот, возьми. Подарок от повелителя пустот. Он заслуживает быть в более сильных руках, чем мои. Ты не ведаешь, что предлагаешь, всадник. Ты верно шутишь? Это важно. Ясно, что я его недостойна. Он не нужен тебе? Это не предназначено для меня. Повелитель пустот знал, кого он выбирает. Его вера не будет подвергнута сомнению. Во всяком случае, мной. Что? Этот этап должен быть пройден. Если этого не сделаешь ты, то сделаю я. Зеркальный бассейн? Да, с некоторыми дополнениями. Но только для тебя. Он перенесет тебя туда, куда стремится твое сердце. Я желаю лишь закончить то, что начал совет. Найди в себе решимость, всадник. Это все, что у тебя осталось. И это то, что тебе необходимо, если ты хочешь остановить зависть и свергнуть своих бывших хозяев.
вознамерилась напасть на это святилище? Да, осмелилась, потому что этого еще никто не делал, и от этого мне еще плохо. Вы, спесивые сукины дети, целую вечность нарывались, и вам некого за это благодарить, кроме самих себя. Твоя жажда власти погубит тебя, совесть. Ха, ворон называет ворона черным. Когда я закончу здесь, я от этого места останутся только камни. И я просто дождусь апокалипсиса и прикончу ослабленных генералов. Земля будет моей. Все кончено, совесть. Ты проиграла. Убей, всадник, мы приказываем! Да заткнитесь! Я презираю ваши приказы, и скоро вы познаете на себе мою ярость! Кощунство! Так и есть! Давайте или умри, зависть! Ты серьезно? Нет, но попытаться стоило! Несмотря на всю силу, ты вообще не лучше, чем того, кто обезьян! Кажется, ты наконец-то выполнила свое задание, ярость. Может, тебя следует наградить? А может и нет? Пусть и зависть застала нас врасплох, но у нас более чем достаточно сил, чтобы прихлопнуть такое насекомое, как ты. Ты перешла все границы, всадник. Ты будешь наказана вместе со своими братьями, как непослушный ребенок. Отдай его нам! Нет, не думаю, что он предназначен для вас. Кроме того, с ним я себя отлично чувствую. Какое высокомерие! Какая наглость! Нет, это было бы гордыней! Но это правда! И правда в том, что это может вас уничтожить! Ты никогда это не поверишь, несчастная! Единство — это ключ! Если мы хотим двигаться дальше, мы должны делать это вместе! О,
вас не получится. Совет? В ярости. Не сомневаюсь, что они тайно готовят нападение на убежище, если у тебя есть план. То пора. Небеса, ад, обугленный совет. Они хотят их уничтожить. Ты знаешь об этом, но, возможно, ты не знаешь причины. Почему вам жилось так тяжело даже до апокалипсиса? Потому что вы были созданы для великой цели и оставлены без защиты. Поэтому те, кто боится вас, решили уничтожить вас ложными обещаниями, войнами и грехом, в котором они обвинили вас. Они все боятся вас. Этот страх можно использовать против них. Человечество может победить. Оглянись вокруг. Это все, что осталось от человечества. И мы не в том состоянии, чтобы одержать победу в войне. Нет. Вы должны спрятаться. От небес и ада? От совета? Это именно то, что нужно сделать. Но еще больше, чем в хорошем убежище, человечество нуждается в защитнике. Защитники? Это путешествуя вместе с ними. Я? Им нужен защитник, а тебе нужна новая цель. Разве я не прав? Своими силами защищать человечество. И однажды мы все исправим вместе. Ультейн, мой брат Война не повинен в этой трагедии. Если у тебя когда-нибудь появится возможность чем-нибудь помочь ему, я прошу тебя это сделать. Хорошо. Спасибо, Творец. Пусть наше будущее будет справедливым. Да. Счастливого пути, всадник. Тупица! Я ведь велел тебе заткнуть предателя! Неважно, юное создание не ведает о силе, которой обладает. Совет обсудит этот ход и отправит на землю войну. Тем самым, совершив ошибку, спадет последняя печать, и я буду упиваться хаосом. Ты можешь идти.